А Тим очень галантен, кстати. Очень галантен. Другой бы кобель бы уже ее укусил. Привет. Яна. Он тут аж дрожал, так ее ждал. Мы проходили, он слышал. Да. Слышал, он гавкает, но я же говорю, я вышел, ты тебя нету. Не, ну я прошел туда. А это по дому, что ли, так вот ездить мимо возила? Что, что? Ну, туда заставляй. А то ты стынет. Понятно, оттуда или отсюда? Давай, Тим, давай. Мы надеемся, давай. Что туда. Давай. Молодец, Тим молодец. Кальмяне. Тим молодец. Она готова сегодня полностью. У нее даже лучше день, чем позавчера. Не-не-не-не-не, мне вставляют кофе. Нет, спасибо. Я только что кофе выпила. Водку нюхаю, кофе не пью. Нет, ну 40 рублей. А нет, а я с собакой, ты что? Я собака никогда запахом не этого. Ой, вредно. Она вроде как бы и согласна, но в то же время и вроде как и нет. Но это характер. Это характер уже такой. О, давай отдам мужику это самое, ты споришь, что он лежит, он ест. Что? Бери, а ну да, это самое. Яра! Да, ты слава с Германии привозил. Ну я кормил эту собаку. А он не ест. Давай, он еще и поет. Yeah. Он еще и поет. Конечно. Тим очень доволен. Он сегодня повяжется очень хорошо. С разбегу. Нельзя. Я нет. Нет. Она вкусненько унюхала. И не поверишь, у нее иногда мешок на кухне открытый стоит, а надо вами для того. Какая она на стол никогда не залезет. А где пару еще дома? Да-да, здесь. Тим в курсе, что делать? Он уже профи. Он уже профи. Яра, гуляй, гуляй. Яра! Ай, красавцы какие! Особой злости нету. Да, она когда бьет, так же ее. Походу не подбивали. Все время делали. Шортики такие у Тима, красивые. Я ж не буду тебя брать, давай. Тимка! Это непонятно, куда бойся, это сам. Гуляй, гуляй, гуляй. Да она не боится. О, Тимка красиво стал как. Тимошка. Он все знает уже. Пусть попробует запрыгнуть. А чья машина? Это хорошо. Молодец. Молодец. Тимка молодец. Давай, Димока. Срок. А у него шерсти много. Она пытается. Пытается укусить, а шерсти много. И не получается. Дай тебе шерсть. Дай сюда. Стой. Шерсть. Я тут себе прикусила, не знаю. Ну, дай чуть-чуть. Она касаться не умеет. Она такая подниковая. Подниковая, да? Это хорошо. А то бы давно бы укусила бы его. Нет, с ее характером. Она когда рвет, то рвет. Она когда зовет, там что-то не так, она
Дим. Я это думаю, брат. Она отвлеклась, давай. Давай. Лапкой, лапкой, лапкой. Спасибо. Спасибо, давай, блин. Я наберу. А Тима аж стонет. Молодец, Тима, молодец. Что ж она с таким характером-то? А он из таких способных. Если б не характер, он бы сам ее повязал моментально бы. Она же стоит вон. Опа. Там, я не знаю, если она зашкурит, то можно попробовать. Какая самая красивая? Она с родословной? Да. Только проследите, чтобы они были не родственники. Ой, зевает. Родители года два там назад.